Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставрополя, мечтающей побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Все это в рамках акции «Елка желаний», в которой президент традиционно принимает участие. Услышав о мечте Тани Троценко на церемонии награждения победителей премии «Мы вместе», глава государства сказал: «Считай, ты уже в дороге». И вот сегодня девочка смотрит заветную постановку из особой ложи бельетажа. А до этого была персональная экскурсия по историческому зданию Мариинки и даже профессиональный макияж у гримерки театра. В Петербурге Таня проходит лечение от тяжелого заболевания. И, как сама признается, такой подарок в канун Нового года придал ей много сил.